Большой праздник сегодня у нижегородских судостроителей. Сразу два судна спущены на воды. Одно построили в Градецком предприятии, другое в ЦКБ имени Алексеева. По традиции, крестная мать разбила о борт бутылку шампанского. Одно судно мы уже в прошлом году построили, отправили на реку Кама. Оно работает. В настоящий момент в этом году мы сдаем еще две единицы, одной из которых мы сегодня спускаем. И у нас еще подписан контракт на 4 единицы, которые будут сдаваться в 2023-2024 году. Нижегородская область является одним из лидеров отечественного судостроения. Наши заводы, такие как «Красная Сорма», «Окская», «Суда Верфь», «СКБ» по СПК имени Алексеева, «Судоремонт» и «Судостроительная корпорация» являются как раз общепринятыми лидерами. Имеют богатый опыт и поддерживают высокое качество производимой продукции. Мы идем хорошими шагами. За 4 года мы построили такое хорошее производство. Уже 15 валдаев построено. Из них уже 13 находятся в работе. Работают они по всей России. Это Чувашия, 3 судна. Ханты-Мансийск, уже третью навигацию отработали 2 судна. Якутия. Мы знаем, что есть интерес от Омской области, есть интерес от Томской области. Мы надеемся, что и другие регионы откликнутся. У нас растущие планы, такие как бы вперед идущие. Самое главное, чтобы были заказы, самое главное, чтобы решились все вопросы обеспечения, в том числе импортозамещения, конечно же. Ну вот, на все на этом сейчас обращаем очень серьезное внимание. Вот, и вроде бы получается, скажу так.